Надо отметить, что все три десятка лет фестиваль является консолидирующей площадкой на пути к миру и взаимопониманию. Уже сегодня этот посыл с нашей страной разделяет организация будущего ШОС. Шанхайская семья – одна из хедлайнеров пятничной афиши. Здесь же на фестивале масштабно представлено союзное государство. 25 лет рука об руку. Репортаж Лидии Заблоцкой. Кажется, мы только салютовали в честь открытия Славянского базара. И вот, 9 утра, концертный зал «Витебск». Вашему вниманию, настоящая дипломатия в действии, культурная. И это у нас превращается в такую переговорную площадку. Министр культуры уже принимает гостей. Под стать жаркой погоде жаркие приветствия. Это свершилось. Под васильковым небом впервые собралась Шанхайская организация сотрудничества во главе с высшим ее руководством. Добрый день. Очень приятно, что мы сегодня вместе. Спасибо, что вы вместе с коллегами нас приняли в дружную семью. Здесь каждый из 9 стран голосом посла в Беларуси или же заместителя министра. С Беларусью у нас теперь особые взаимоотношения, потому что Республика Беларусь была официально принята в Шанхайскую организацию сотрудничества именно на площадке Астаны в рамках форума глав государств. Невероятное многообразие бенефитов, да, той пользы, которую несет ШОС, я уверен, мы все будем, нас это будет просто восхищать. Беларусь может дать, во-первых, позитив. Позитивную, светлую, добрую культуру. Она присутствует. И очень хорошо, что в рамках ШОС у нас с вами у всех единый культурный код. Пока не в ШОС, но присоединились к диалогу и азербайджане. К слову, эту встречу организовывали за неделю. Нельзя было медлить, ведь именно базар и есть ключ к идеальной версии мира. Беларусь в организацию Шанхайского сотрудничества прибавила мощную силу, свежую силу для развития этой организации. Вы уже стали организовать такое важное культурное мероприятие, что имеет значение для укрепления дружественной связи и контактов между государственными членами ШОС. Славянский базар – это уникальный фестиваль мирового масштаба. Его ежегодно посещают десятки тысяч неравнодушных. Пакистан в четвертый раз принимает участие в форуме. Заранее предугадали, что наши проекты станут успешными. И сегодняшнее событие – показатель высокого уровня славянского базара. И сколько раз около мирных объединений сгущались тучи,